Пермский, Осинский, Большесосновский, Очерский, Суксунский районы края наиболее засорены борщевиком Сосновского, наименее Октябрьский район. Все кавказские борщевики могут вызывать сильнейшие ожоги. На том месте, куда попал сок растения, начинается жжение, кожа краснеет и вздувается волдырями. Достаточно просто коснуться листа или стебля. Борщевик Сосновского внесен в отраслевой классификатор сорных растений Российской Федерации. Земли от него нужно защищать. По информации краевого Минсельхоза, за то, чтобы борщевик не пророс в черте города, отвечает Управление внешнего благоустройства. На территориях населенных пунктов администрации городских и сельских поселений, на землях, используемых сельскохозяйственными предприятиями, администрации предприятий, у дорог – дорожные службы, на личных землях – их собственники. За неосуществление мероприятий по защите от зарастания сорняками, согласно Земельному кодексу, предусмотрена административная ответственность. Собственнику земельного участка либо арендатора, который не выполняет обязанности по охране земельного участка от зарастания многолетней сорной растительностью, древесно-кустарниковой растительностью, грозит административный штраф, предусмотрен штраф на граждан от 20 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 до 700 тысяч рублей. Специалисты Россельхознадзора не только штрафуют, но и проверяют, устранен ли борщевик. И так как территория края заражена борщевиком Сосновского очень сильно, старайтесь держаться подальше от зарослей опасных зонтичных гигантов, особенно сейчас, в период цветения, и обязательно предупредите об этом своих детей.